Кино. Художественный фильм «Развод по-итальянски». Разводка, сказати, сеньоре. О, Мадонна, папа, что с тобой? Антонио, мальчик мой, только забота о детях держала меня здесь. Но у меня больше нет сил. Сегодня я покину вас всех. И тебя, и твоего брата Луиджи, и сестру Орнеллу, и брата Серджио, и сестру Паулу. Папа, не надо. Не трать время. Я помню весь список. Он такой длинный, что каждому в наследство достанутся только крохи. Поэтому я и позвал только тебя, малыш. Хочу по завещанию оставить все только тебе. Вот нотариус. Он гений. Прекрасная идея. Ты гений, папа! Ведь ты самый умный из всех. Только у тебя завелись какие-то денежки. Крохи. Ты сможешь позаботиться обо всех вместо меня. Конечно, папа! Я буду заботиться обо всех! Клянусь с Мадонной, папа! Не надо клясться, сынок. Ты же знаешь, как я тебе верю. Конечно. Просто подпиши обязательство у нотариуса, что уже завтра начнешь выплачивать братьям и сестрам ежемесячно по паре тысяч евриков. Чего? С какого итальянского рожна я должен платить этим бездельникам и бездельницам? Ну, если ты не хочешь, я сейчас позову Луиджи и завещаю все только ему. Папа, не надо никого звать. Все. Все, все. Вот, я все подписал. Все. Молодец. Теперь я могу спокойно покинуть вас. Конечно. Папа мия! Не покидай меня! Нет, сынок, прощай. Ну и последний вдох. Я уже купил себе домик на Мальдивах. Бьянка, собирайся, мы уезжаем. Теперь Антонио будет заботиться обо всех. Папа, не переживай, Тониньо. Клянусь, после меня все останется только тебе. Ну, если, конечно, что-то останется. Шампанского всем! Сынок, я в тебе не ошибся.